2 августа в Угловском районе пройдет суд, который решит, полагается ли моральный ущерб родителям 10-летней Надежды Наумовой, почти год назад погибшей по версии следствия по вине врачей Угловской районной больницы. Родители девочки требуют компенсацию в 2 миллиона рублей. Утверждать, что это произошло по вине врачей, родителей, а вслед за ними и мы, можем, исходя из заключения независимой экспертизы, которую проводили в Санкт-Петербурге. На ее основе потерпевшие составили иск в Угловский районный суд о возмещении убытков и компенсации морального вреда Юлии и Сергею Наумовым, родителям погибшей Нади. Среди недостатков оказания медицинской помощи 10-летней девочке, страдавшей гидроцефалией, экспертиза установила следующее. На 90 минут реаниматолог позже стал оказывать помощь. Медицину катастроф, реамобиль, они тоже вызвали на 3 часа позже. Именно это стало в итоге, по мнению следователей, причиной ухудшения самочувствия Надежды Наумовой и впоследствии ее смерти. Родители погибшей девочки надеются, что правосудие окажется на их стороне. Однако самого заседания ждут с опаской. Ведь в течение нескольких месяцев они регулярно получают СМС с неизвестных номеров с угрозами в отношении остальных своих детей и людей, поддерживающих семью. Родители полагают, что к этим СМС имеет отношение руководство больницы, которое по-прежнему не признает своей вины в несвоевременном оказании помощи Надежде Наумовой.